суббота в Самарской области пасмурно, местами пройдет небольшой снег. Днем -1, -3 градуса, ночью -2, -4. Ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, днем -1, в темное время суток -2 градуса, юго-восточный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти на небе тучи, в дневное время -1 градус, ночью -2, юго-восточный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурное небо, снег, днем -2, ночью -3 градуса, ветер юго-восточный 4 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 61%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.